Есть спрос, а значит, есть и предложение. На ярмарке, которая состоялась в канун Дня шахтера, яблоку было негде упасть. Сразу видно, что горожане к главному празднику Кузбасса готовятся основательно. Мясо свежее и копченое, колбасы, живая рыба, яйца и молочные продукты. На традиционной ярмарке можно было приобрести все, чтобы достойно встретить гостей за праздничным столом. А чтобы ленинск-кузнечанам было не скучно делать покупки, свои песни им подарили творческие коллективы. Настроение поднимается очень большое. Спасибо. Спасибо, очень хорошо все. Прекрасно. И такой день хороший. Вчера был дождливый, а сегодня прям прекрасно. Вы, наверное, пришли сюда конкретно что-то купить? Да, вот яички купил. Здесь деревенские, хорошие, все такое. Ну и сейчас еще кое-что будем смотреть. Так что все, с праздником вас. Всех-всех-всех шахтеров у меня. Муж тоже шахтер, его уже 10 лет нет. Но я все равно рада, да. Последние покупки делают и горожане, чьи дети 1 сентября пойдут в школу. Уже не первую неделю на этой площадке работает школьный базар. В начале августа не так сильно шел, потому что многие с отпусков вышли, кто-то приехал. А последние 3 недели все больше и больше разбирают. Да, готовятся, активно готовятся. Почему все портфели разобрали за месяц, что чуть-чуть осталось. Дневников чуть-чуть осталось. Но остальное там стандартные тетради периодически мы пополняем. Для садоводов большой выбор саженцев, деревьев и ягодная рассада. Ведь именно сейчас самое время позаботиться о посадках для того, чтобы плодоносные растения лучше прижились. Горожане, которые не успели приобрести товар в этот раз, смогут сделать это в конце следующей недели, 4 сентября.